Наверняка, Олечка, перед Новым годом всегда хочется обновления. Наверняка вы тоже для души хотите преобразить свой интерьер. Вы знаете, это очень просто сделать, просто поменяв наряд вашей кровати или вашего дивана. Если это спальня, значит большая кровать. Есть евроразмер нашего потрясающего покрывала. Африканская роза. Африканская роза. Правда, название такое двусмысленное. Сейчас все расскажем и объясним. 2339 рублей. С одной стороны розы, а с другой, Юля? А с другой секрет. Ведь это не просто покрывало. Это одеяло. И вот оно, двухфактурное. Два в одном. С одной стороны овечья шерсть, с другой стороны прекрасная начинка. Посмотрите, это розочки, которые украсят ваш интерьер. Вы посмотрите, двухфактурное одеяло-покрывало. Это вообще вещи эксклюзивные. Вы где такое видели, чтобы с одной стороны роскошный элегантный жаккард, который добавит шика в ваш интерьер, а с другой стороны тепленькая овчинка, одеяло из натуральной овчины. Прекрасный микроклимат создает, согревает невероятно. Мягкая, пушистенькая. Это, посмотри, прикасаться от удовольствия. Очень приятно. Мне вот интересно, мы сегодня все-таки говорим с тобой про известный бренд Art Design, а да, здесь написано Art Pastel. Что это значит? Я тебе расскажу и расскажу нашим телезрителям. Компания Art Design работает под тремя торговыми марками. Одна из них Art Pastel. Art Pastel. Дорогие телезрители, качество, которое мы сегодня вам представляем по цене 2339 рублей. Этикетка, качество. А дальше, вы видите, это настоящая овчина, овечья шерсть, полутораспальный, двуспальный и евровариант у нас есть. Подчеркните красоту своего интерьера и только посчитайте, за эту цену вы приобретаете не только шикарное покрывало, но еще и полноценное одеяло из овечьей шерсти. А покрывало, между прочим, очень необычно. Юля, расскажи, пожалуйста, как называется эта техника нанесения? Это жаккард, и причем, обрати внимание, самый настоящий жаккардовый раппорт. Здесь очень красивый, это добавляет всегда элегантности. Жаккард 200 лет назад придумал сложную технологию плетения нитей, которая позволяет создавать вот такие шедевры. А дизайнеры компании Art Design сделали еще и по такой потрясающий нежный рисунок. Олечка, вот ты мне рассказывала о своем интерьере. У тебя коричневое дерево, мебель, все в коричневых тонах. Помнишь, ты говорила? Да-да-да. Знаешь, тебе подойдет такое покрывало. Почему? Оно и в пастельной гамме выполнено, и в то же время есть зелененькие акценты. Интерьер подчеркнешь невероятно нежным оно тебе. Ну, что бы я без тебя делала? Ты же знаешь, вот я как-то не дружу с цветами. Я, знаешь, когда даже вот иду в магазин, покупаю себе красную юбку, красную блузу обязательно. Я не умею комбинировать цвета. Да, а такое покрывало, даже вот простую типовую квартиру в многоэтажке, ну, может быть, заскучали чуть-чуть, бывает в классическом интерьере, в строгом, разбавит, обновит потрясающим образом, потому что жаккард всегда выглядит очень элегантно. А самое главное, что, Оля, по одной цене вы получаете и одеяло, и покрывало. Две стороны, и каждая самодостаточна. С одной стороны элегантный жаккард, кстати, очень качественный, один из самых прочных материалов. А вторая сторона — овечка, тепленькая, причем абсолютно натуральная. Арт-дизайн использует абсолютно натуральные наполнители, тем и ценится. Ты знаешь, Юля, я знаешь, о чем подумала? Во-первых, за 2339 рублей, раз, мы покупаем новую драпировку на нашу мебель. Совершенно быть может, верно. Мы можем использовать это покрывало еще и в гостиной. Безусловно, на диван, конечно. Да, ну а с другой стороны, овчина меня просто подкупает. Вы знаете, мамочка всегда мне говорила: Оль, когда ты простужаешься, нужно максимально себя утеплить. Помните, вот у меня недавно, месяц назад, болела ангиной. Заболела, 39 температура. Укрывалась одеялом, холодно все равно, тряслась. А вот такое бы одеяло мне очень пригодилось. Вот ты бы укрылась. Где же ты была месяц назад, да? Ну вот, пришел такой замечательный товар от Art Design. И теперь, Олечка, ты согреешься, никогда не замерзнете под овчиной, действительно. И еще здорово то, что не просто не замерзнете, а еще и не будет жарко. То есть комфортный микроклимат она создает в постели, потому что обладает потрясающим свойством натуральности. Овечья шерсть, терморегуляции. Mm-hmm. То есть подстраивается под нашу температуру, забирает ее и чуть на плюс, на 2 сделает потеплее. Будете как в печке, но жарко не будет. Это тоже важно. Вот, кстати, да, казалось бы, овечья шерсть. Но вспомни, да, вот тулупы из овчины. Зимой это самые надежные, да, наши курточки. Но при этом дышит, поэтому не жарко. А когда кожа дышит, это же еще и правильные обменные процессы в организме. Поэтому ценится вообще овечья шерсть. Замечательно, что Арт-Пастель использует и этот наполнитель. Да, вот действительно, я сейчас укрылась и чувствую, вот как вот тепло проникновенно проникает в мое тело, но жарко? Нет, мне совсем не жарко, это правда. Овечья шерсть, она волшебная, дает столько тепла, сколько необходимо именно вам.